Добрый день, дорогие друзья. Сейчас буду снимать кино одним дублем с распаковки и начинаю сразу тестить. Нож прибыл мне из города Ворсма. Ну, все сейчас сразу уже, конечно, выдохнули, потому что город Ворсма у всех уже как бы ассоциируется с ножами, как говорится, низкого ценового сегмента, низкого качества, то есть уже город Ворсма стало нарицательным. Но, тем не менее, в данном городе есть хорошие мастера, которые заслуживают уважения, с которыми приятно работать, которые знают, что они делают, как они делают и для чего они делают. Вот. И тут недавно я общался с одним человеком, он говорит, что есть в Ворсме хороший мастер, который экспериментирует с термичкой, то есть у него разные классы стали, он какие-то там подбирает режимы, то есть что-то сам тестирует эти ножи. И по отзывам владельцев ножей этого мастера и клинков там довольно-таки хорошие. Я мастера этого как бы не знал. Вот, потом как-то мы с ним одно время общались, потом опять у нас как-то общение прекратилось, и вот так случилось, что вот его нож, этот человек, с которым я общался, написал мне, сказал, что вот у него очень хороший какой-то результат, он протестировал свою термичку на этот ножа стали и решил прислать мне посмотреть, действительно ли она настолько хороша или нет. Вот, мастера зовут Шешин Анатолий Александрович из города Ворсма. И мы, когда обсуждали, как говорится, сценарий тестирования, я сказал, что нож будет заточен мастером. То есть мне сказали, нож будет достойный мастером. Я говорю, значит, делаем тогда таким образом, что я вот распаковываю прямо на видео. Вот здесь информационный листок. Вот. Информационный листок, но это не от него, по-моему. И режу именно прям сразу на камеру. То есть разворачиваю, никаких манипуляций с режущей кромкой не провожу. И посмотрим, насколько действительно ли так хороша сталь на конкретном ноже, как заявляет мастер. Ну, лохмановская сталь LO 4528. Это примерный аналог N690, там VG10, ну то есть из этой оперы. Вот такой вот ножичек. Вот так вот. Вот маркировка стали, его там какое-то клеймо. Не знаю даже как резать, квадратная рукоять, ну приятная такая, интересный ножик по своему функции, ну как бы форме, необычный по крайней мере. По всей длине вставка, видите, спуски где-то, наверное, скорее всего 2/3. Заточка, смотрите, это мастера заточка, подводики ровненькие, все аккуратненько. Ну, уже первое впечатление, сборка здесь, конечно, не вызывает, как говорится, нареканий, есть вопросы, но в целом вполне достойно. В целом вполне достойно. Заметный такой необычный момент, это вот в этом месте, надо показать, видите, здесь есть небольшая недоработка, но скорее всего, что мастер в процессе изготовления не заметил это. Ну и не совсем симметричная вот высота этих накладок,
Ну, это мы посмотрим уже дальше. Сейчас мы проверяем именно настолько, насколько хороша сталь L. ОР4528 от компании Лохман. Режем сразу канат на 22 мм, потому что у него на канате, как мне сказали, он проверял, не знаю на каком канате, он проверял эту сталь, и у него там показал какой-то там феноменальный результат. Ничего не буду говорить, потому что не знаю, поэтому сейчас мы это дело, как говорится, у меня таблички нет. Ладно, давайте сделаем так. У меня есть вот табличка уже с заполненными, как говорится, этими. Я здесь буду ставить точечки после каждого 50-го реза. И потом будем уже продолжим. Забыл распечатать. Так, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сделаем не так. Я зачеркну первый ряд. И начнем со второго. Так будет. Так будет правильно. Вот так вот. Так, ну что ж, смотрим. Здесь именно интересует вопрос качества термообработки стали. Насколько она действительно хороша, насколько она хорошо режет, насколько она будет резать твердые материалы, то есть какие будут скол, замин, не важно, что это. Вот смотрим, потому что говорят по отзывам, сталь очень хорошо у него получилась, это затемничено. Твердость, насколько я узнавал, здесь 60, где-то единиц проверяли твердомером. Ну, давайте начнем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ну, бодренько идет. Надо отдать должное, да. Работает. Едем дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50. Сорок один, сорок два, сорок три, сорок четыре,
46, 47, 48, 49, 50. Бодренько. Продолжаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Бодро идет, бодро. Очень хорошо режет. Агрессивно. Продолжаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Фух, 50. Весьма. Продолжаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, пятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50. Начала махрить. Продолжаем. Потихонечку начинает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50. Начинает подмахривать. Так, продолжаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ну, должен сказать, что очень агрессивно режет. Прям так вгрызается, особенно в древесину. Продолжаем. Так. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ну, блин, не знаю, канатов мне хватит или нет. 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Так, 50. Ну что ж, пока все идет нормально. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ну что ж, 500 пройдено. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50. Так, ну уже начинает момент. Начинает давить канат и уже начинает потихонечку идти процесс затупления. Вот в этом месте начинает появляться уже засвет. Сейчас уберем клей. Клей. Давайте будем продолжать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50. Наверное, буду идти за канатом. Так, ну что ж, продолжаем пока. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, уже давит его. Фух, 50. Надо записать. 50.
Ну что ж, продолжаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Вы уже видите, да? Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Сейчас чуть-чуть приближу. И разверну, чтобы видели, как канат уже начинает лохматить. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Плюс 50. Где-то еще рвет, где-то подрывает. Ну, розетку он режет за счет геометрии. Явно каких-то выраженных засветов нет. Но уже не режет. Давайте продолжим еще чуть-чуть. Посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Последний кусочек. Надо будет идти 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. К сожалению, я, наверное, больше не буду резать. Дорежу канаты, потому что он уже вообще не хочет туда в него лезть. Конец, как говорится, фильма. При этом он за счет геометрии газетку резать будет. Давайте еще раз. Так, 50 я же не записал. Давайте еще раз. Полтинничек. Резанем, и думаю, что на этом, как говорится, закончится это все это мероприятие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ну, это уже 50, это цифра уже, как говорится, условно натянутая. Итого 500, 600, 700, 800. Раз. 800 раз отрезали мы канатик. Больше он его не отрежет. Так, кромочка. Кромочка. Ну, где-то есть. Засветы маленькие, но они есть. Вот в этом месте есть, в этом месте есть и в этом месте есть. Ну что ж, давайте я сейчас пока передохну. И так, ну что ж, 45-28 показало вот такой вот результат. Смело можно, как говорится, смело можно 600 раз отрезает за одно движение, без всяких проблем, без потери, как говорится, остроты. Потом уже стандартно начинается, идет затупление. Что хорошо, что затупление идет постепенно, уже где-то на 650-м разе, резе вернее, уже видно было, что начинает в канат он залазить, ну, туговато, ну, не хочет лезть. И потом уже пошел, как говорится, процесс такой затупления, плавный, плавный, не такой, что лавинообразный, что вот началось затупление, и потом все, он раз, и все, и тупой. Нет, здесь все проходит постепенно, нормально. У меня уже был давным-давно, по-моему, если кто помнит, эта сталь была на тестах. Ну вот. Если не ошибаюсь, от Walker Knife. Вот. Ну, что могу сказать. Сталь довольно-таки затернично интересно. Вот. Агрессия реза у нее очень хорошая. Чем ее точил, не знаю. Вот. Ну, будем смотреть. Итак, так как у нас уже нож затупился, берем волшебную пасту Аладдина, восстанавливаем остроту и начинаем резать древесину. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Отличненько. Результат просто великолепный, смотрите. Так, ну что, восстановился. Острота восстановилась очень бодренько. Ну давайте попробуем. О! О! Смотрите, какой кролик. Звук какой, звук. Так, ну что ж. Раз, два, три, четыре. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ну что ж, волшебная паста Аладдина сделала свое дело. Никаких замечаний нет. Начинаем страдать. Постругаем. Итак, клён. Thank you.
режет просто великолепно. Хотя это нержавейка, но насколько у него агрессивный рез, просто класс. Как срезает. Я впечатлен. Весьма. Без потери остроты. Посмотрите. Ну что ж, давайте. Так, чудо не произошло на роге. Чудо не произошло. Чудо на роге не произошло, к сожалению. Это сразу с первых раз. И второй раз, когда я начал резать, я понял, что на РК проблемы. Вот видно, да? Сейчас посмотрим, что здесь. Здесь либо пластическая. Так. Здесь явных 4 скола. Давайте сейчас попробую вот так вот показать. Отсюда будет лучше видно, чтобы пальцы не мелькали. Вот так. Явно видно, да, сколы. То есть чудо не произошло. Чудо не произошло. Из чего можно сделать вывод? Ну, тут сколы и замин. Сколы и замин РК. Из чего можно сделать вывод, что удары по костям работа с каким-то подрубанием хрящей, с костей, еще чего-нибудь, для этой стали в этом режиме термообработки противопоказаны. На первом же резе рога кромка получила 4 скола, явно выраженных, но сейчас посмотрим, как они будут работать при строгании. Да, они чувствуются. Вот это тут место, которое оно проскакивает, а потом опять начинает зарываться. Ну что могу сказать, подводя итоги вот такого небольшого теста ножа из стали L4528, могу сказать, что в Ворсме не все так плохо, как мы привыкли думать. То есть вот такой нож красавец. Достаточно удачная термообработка на этой стали.
Сталь быстро правится, сталь очень режет агрессивно, сталь режет агрессивно канат, очень агрессивно строгая древесину, неважно, дуб это или сосна, клен. Вот. Но тем не менее, нож показывает хорошую агрессию. Вот. Нож удобный, как нож, как изделие. Вот. Ну, нас интересовала сталь. Но, к сожалению, сталь на роге никакого результата не показала. Поэтому, соответственно, люди, которые будут заказывать нож из этой стали, должны понимать, что удары по костям или еще что-нибудь противопоказаны. Но я думаю, что для рыбалки, для охоты, ну как бы для охоты, которая люди знают, что они делают, если просто подрезать, нож будет достаточно хорош. У него очень хорошая агрессия реза, и поэтому сталь мне понравилась. Ну, естественно, есть нюансы на рог, но это уже, как говорится, частности. Ну что ж, вот был нож мастера. Еще раз скажу, как его зовут. Анатолий Александрович Шешин из города Ворсмы. Я сейчас узнаю его контакты и под видео потом размещу, как с ним можно, с этим мастером связаться. Еще раз хочу сказать, Ворсма порадовала. Все-таки мастера в Ворсме есть, которые энтузиасты, которые сами термичат, слесарят, пробуют, тестируют. Ну, понятно, что может быть не все когда-то получается, но тем не менее результат все-таки 800 раз. 22 миллиметра джут, древесина, ну а рог это дело такое, не каждый справится ножик с рогом. На этом все, всего доброго, пока-пока.